Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы с вами продолжаем защищать нашу базу в суперской игре под названием Tactical War. Мы используем свою тактику, стратегию для расстановки разных башен здесь в игре. Мы прокачиваем эти башни. Мы защищаем базу от врага, который сунет на нас все новыми и новыми волнами. Плотные ряды и эпические атаки сегодня нас ждет. Ну что ж, дружище, поехали! Как ты знаешь, мы за прошлые ролики прошли уже 10 уровней на 3 звезды. Да, это были тяжелые битвы, особенно в начале. Сейчас мы с тобой пойдем на 11 левел, а также мы сегодня с тобой прокачаем новую снайперскую пушку до гаусс-пушки. Посмотрим, как она воюет. Вот у нас миссия 11, доступный арсенал, в принципе, все виды вооружения, которые здесь есть у нас. В самом начале быстро ставим миниган, который пусть стреляет сюда по дереву. Так, дерево отключаем. Пусть бьет по пехоте. Мы сразу здесь, ребята, ускоряем. Давай, давай, еще. Так, бьем по дереву. Быстро, надо завалить это дерево. Мне нужны деньги для прокачки. Это пехота идет новая. Это уже более плотные ряды. Вторая волна. В самом начале всегда идет пехота. Потом, ребята, едут машинки. А потом броневики и более крутые танки. Но мы еще с вами не видели крутую пехоту здесь. Давай, 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 давай. Вырубили. Дерево надо срочно снести. Третья волна, это самая бронированная пехота. О, с миниганами. Так, отключаемся, давай, давай. Еще чуть-чуть, они проходят. Я в шоке, у меня нету денег, чтобы прокачать. По-любому сейчас кто-то пройдет. Надеюсь, что телепорт успеет зарядиться. Нет, как так? Все, они проходят, смотрите, ребятки. Телепорт, давай. У нас вроде бы есть время, мы должны их вернуть. Так, ты пока бей по дереву, все равно толку от тебя вообще нету. Где телепорт? Сейчас мы их всех вернем. О, так пусть они идут подольше, чтобы время потянуть. Слушайте, отличная тактика, мне кажется. Так, включаем телепорт. Сейчас еще два дерева убьем. Давай, работай, работай. Миниганчик. Они все заходят. Никто не должен пройти. Да, телепорт сработал. Сейчас мы их все убьем. Отлично. Я думаю, что можно... Нет, не получится. Я хотел, ребята, продать и купить снайперку. Но на снайперку надо 300 игровых долларов здесь. А у нас их нету. А что такое? Да какая волна? Да тут мы в легкую разбираем. А, мы можем еще и камень бить. Смотри, у нас есть время, чтобы камень завалить. Машину бьем. Камень. Машину. Давай, давай, давай. Камень. И так периодически будем по чуть-чуть. Так, это уже новая волна какая-то. Так, что это за волна пошла? Я не понял, это пятая. Срочно нам нужна снайперка. Надо будет продать эту башню. В любом случае. Давай, может, даже по камню будем стрелять. Ну, машину завалит. Завалит. Давай еще. По чуть-чуть, аккуратно. Я так и хочу ускорить весь процесс, но не могу. Потому что боюсь, что они могут прорваться, ребята. Так, я думаю, что надо продавать. Ставить снайперку вот сюда. Смотри, как она будет рубить. Я в шоке. Сейчас как даст? Пу-бумс. Стреляй. Ты-дымш. И сюда тоже снайперочку, и вообще четенько будет все. Они едут, видишь? Машины едут по дорогам. Это какой-то вражеский конвой. Пехота здесь едет на этих броневиках. Это не просто машины какие-то, джипы, ребята. Это броневики. Ого, это уже машины крутые. Посмотрим, как же снайперка разберется с этим грузовым автомобилем. Ну, бей, нет, не пробило. Офигеть, ну бей, 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 подруга, бей. Ну, сюда бей. Ай, не справляемся, ребята. Мы просто не справляемся. Ну, оно с двух раз. И чё? И чё? Давай, давай. Ладно, у нас есть телепорт. Можем, в принципе, справиться. По идее. Ну-ну-ну. Нет, не можем. А, добило. Добило, добило. Быстро телепорт. Так, телепортировали машину. Тут мы ее добиваем. Нормально. Так, ну куда мы можем бить? Сюда давай пока что в дерево бьем. Все равно машина едет, мы ее уничтожим, как бы. В любом случае. Самое интересное, что нам не хватило здесь, ребята. Еще
на машину. Теперь машины будут плотнее ехать. То есть нам надо будет в любом случае сюда, наверное, пушечку поставить, чтобы хотя бы снайперка там все вырубала с первого раза. Вы поняли? Хотя там пушка будет разбираться, смотрите. Ну, пушка, давай. Нет, не смогла пушечка. Пушечка, добивай сюда машину. Ну, вроде бы неплохо. Мы должны еще по деревьям стрелять. Пока там пушка работает, мы должны уничтожить, ребята, деревья. Давай, добивай машину. Хорошо. Кстати, здесь так стреляет наша пушка, что может даже машину убивать вместе с деревьями. Снайперка пробивает просто, ребята, всю карту. Хорошо, что мне под прошлыми роликами подписчики подсказали, говорят, воблер, так ты неправильно снайперку расставляешь. А что это за камень? Если его убить, то что будет? Вообще круто. Офигеть, это что за рой такой пошел? Огонь, снайперка! Пу-пух, ложит снайперка всех! Давай, давай, там снайперка разберется. Что это за камень мощный такой? Я в шоке. Так, ну, что нам тут? Давай я еще снайперку сюда поставлю. Смотрите, чтобы она била как раз. Да не надо тебе камень, сюда стреляйте. Это у нас, в принципе, ускорение идет. 10-я волна из 20. Довольно интересная карта. Интересно, сколько вообще принесет этот камень, если его уничтожить? Вообще, мне кажется, он столько мне денег даст. Я буду супер богатый. Я буду богачом. Ага, вот уже танки поехали. Угу, ну тут либо снайперочку качать, либо тут пушечку еще. Пушка, ну давай, ну пушка, бей ты. Танк проезжает. Блин, он крутой танк. Очень крутой, ребята. Сейчас еще пушку тут поставлю. Потому что снайперки, они хороши, но все же, мне кажется, что они не справляются со своей задачей. Так, сюда в дерево. Там все, тут разберутся, я думаю, а вот камень надо пострелять. То есть танки нам не важны, важен камень. Важно дерево. А, проезжает. У нас, видишь, максимальная скорость, и вот если мы убираем ускорение, то так вот они медленно едут. А здесь снайперка, кстати, вот сюда может еще бить. Смотрите, в дерево. Пусть она работает. Мне кажется, что это хороший вариант. 12-я волна какая-то подозрительная, мне кажется. Так, тут пробили. Снайперка с двух сторон бьет. Чтобы прокачать снайперку до нового уровня, ребята, нам надо 300 игровых долларов здесь. Жестко, конечно. И сюда бы снайперка не помешала, да, чтобы она била. А, я не могу пробить. Так, ладно, ладно, танки едут. Это бронированные танки, необычные. Можем, кстати, пушку прокачать здесь, чтобы она сразу валила жестко. У нас пушка, кстати, 3-го уровня может быть. Ну-ну-ну, давай, проезжай, да как? Как ты пропускаешь-то их? Что это за супер броня-то у танка? Так, бей в камешек. Вот они снова едут. Так, давай я здесь пушку прокачаю. Смотрите, пушка 2-го уровня будет. На! Конечно, и в идеале, чтобы снайперка била. Но может быть здесь пушку прокачать, чтобы она еще по камням била. Давай будем пушки здесь прокачивать. А в следующем уровне мы уже купим гаусс-снайперку. И там уже ее прокачаем, посмотрим, на что она способна. Вот, пушечка есть. Отлично, там по камням стреляет наш чувак. Все хорошо. Вот танчик едет. Как-то они растянулись. Так, ну давай сюда. Би-би-би. Они вдвоем? Как они видели? Что это вообще было? Есть танк более быстрый и медленный. Танк под танком, что ли? Как это вообще бывает? Танк на танке едет. Так нечестно. Это читерство какое-то. Так мы не договаривались вообще. То есть мелкий танк едет, на себя принимает весь урон, а сзади едет танк уже более такой продвинутый. Офигеть, ребята! Так они могут прорваться. Так, ну тут мы вроде бы так, ты бей по камню. Я думаю, что снайперка тут разберется. В идеале сюда сейчас телепорт применить, чтобы этот танчик подольше поездил по карте. Ну-ну-ну, бей! Ай, хорошо. Камень мы завалили, ребята. Просто суперски. Вот сюда давай я снайперку прокачаю. Смотри, какой радиус у нее. Я в шоке, она вообще бьет по всей карте. Снайперка нормально справляется, а мы можем сюда вот вдвоем. Вырубайте. Теперь сюда. Вообще круто работает.
Хорошо. Сейчас мы пушку до третьего уровня здесь прокачаем. Смотри, на! Вот она какая! Ты посмотри, какой у нее ствол! Бух! Она с залпа сразу вырубает полтанка. Ну да, она прокачана. Это пушка. У нее маленький радиус, но она реально круто наказывает врага. Так, ну пока нам нечем заняться. Я думаю, что пусть снайперка сюда достает по дереву. Куда мы еще можем? Вот дерево. Пушка, давай в дерево. Пушка может по дереву? Нет, не достает. А мы уже все убили. А вот еще есть, смотри, сзади. Вот сейчас снайперка бьет в дерево, а пушки разбираются с танками. Вот мы сюда еще прокачаны. Две пушки. Блин, да они вообще все решают, ребята. Это вообще дичь какая-то. Вот уже поехали самые бронированные танки здесь в игре. Они самые крутые. 18-я волна. И пушки их встречают. Побамсь. Может сюда еще пушечку? Вот будет три пушки. Такая триада пушек. Они прорываются, блин! Как же так? Что за безумие? Даже пушки не могут справиться с этими супербронированными танками. В любом случае, мне кажется, что на последнюю волну нам понадобится здесь телепорт. И посмотри, что у них там за броня. Офигеть, мы еле выстояли. Так, вот здесь надо пушечку, мне кажется, прокачать, чтобы три суперпушки их встречало. Можно, конечно, сделать еще замедление, но потом они все в кучу будут соединяться. Тут есть, конечно, башня замедления. Вот, а я ее не открываю, потому что я не вижу смысла ею пользоваться. Есть антенна, которая здесь увеличивает радиус поражения. Вот они едут, вот про что я говорил. Блин, я не знаю, что мне делать. Мину давай использую. Ждем, ждем. Мина сработала. Немножко нанесла, конечно, урона. Давай я... А не могу я здесь ничего прокачать? Да, не все так просто. Я думаю, наверное, сейчас вот эту снайперку за 300 буду прокачивать. Она как раз... Это новый танк какой-то! Я такого еще не видел! Что это за машина? Вы видели? Вы его видели? Я думал, что все, это максимальный уровень танка, но нет. Оказывается, с двумя стволами что-то страшное ехало, еле прошли. Конечно, мы его завалили быстро, и я вообще ничего не понял. А у нас топовая пушка не прокачанная, видите, у нее не куплена повышенная скорострельность, и у нее не куплен увеличенный урон. Но мы сейчас давай на снайперку вернемся. Мы для начала купим вот такую вот, ага, 1500. Купить, это гауссовая. Скорострельность. Я хочу ее прокачать, посмотреть, на что она способна. Мне кажется, она просто ствол свой повернет и убьет врага сразу. Но для этого надо 900 игровых долларов насобирать. 900. Блин, за 900 мы можем вообще тут кучу пушек поставить. Понимаете, в чем прикол? И вот здесь тоже. А, на пушку не хватает. То есть пушка у нас это не топовая. Блин, то есть она не супер скорострельная. Видишь, не хватает скорострельности и урона у нее, так бы она хорошо рубила. Мы миниган прокачали на максимум, и то он не справляется. Также тут у нас замедляющие башни, я не использую. Я считаю, что они бесполезны на самом деле. Они только вредят. А вот здесь у нас радарная башня, ну тоже такое дело. Мы и так справляемся. Нам надо деньги вкидывать в то, что дамажит. Вот здесь бы не помешало прокачать это, увеличить дальность действия мины. Круто, чтобы мина была. И здесь урон мины. То есть нам на мину надо полторушку игровых долларов. И я бы здесь хотел купить время 10 плюс 5 секунд. Увеличить время 10 телепорта. Потому что когда-то у меня телепорт заканчивался, и враги просто проскакивали. Вот эта штука нужна. То есть мне надо еще 3000 сюда игровых долларов. Безумие, миссия 12. О-ха-ха! Как я должен с ними разбираться? Я в шоке, ребята. Мне очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Они с трех сторон будут ехать. Офигеть. Ладно, давай я тут прокачаю сразу. Безумие. То есть это прям городская развилка, видите? То есть мы в городе должны защититься от пехоты. Вражеская пехота уже пошла на нас. А как здесь вообще тут все строить? А дома мы можем уничтожить или нет? Интересно. Давай в дерево попробуй бить. А дом? Дом можно убить, все вижу. Я в шоке, даже дома можно разрушить. Так, я думаю, что сюда сейчас надо еще миниган поставить. Давай пока я буду в дерево бить.
Я думаю, что этот миниганчик будет справляться по чуть-чуть. О, они с трех дорог идут, соединяются, и получается вообще дичь какая-то. Давай. Плотно идут. Не надо и дерево как-то гасить. Вот здесь давай ускоряем. Тут ускоряем. Так, дерево надо бить. Надо что еще бить? Давай дом. Нет, давай дерево лучше. Третья волна. Меня жизнь к такому не готовила. Машины прорываются. Офигеть. Еле стоим. Что мне ставить? Что мне строить? Я не знаю. Как мне быть вообще? Я думаю, что следующую волну я не переживу. Мне очень страшно. Так, у меня даже без ускорения такое происходит. Это какая волна вообще идет? Так, давай увеличим, чтобы я понимал, кто откуда идет. Так, тут идут пацаны, тут справляются. Так, давай. Ребята, с пехотой. Надо будет сейчас что-то продавать и что-то мощное ставить. Одна пушка бьет, а другая пусть по деревьям бьет. А как бы дом, чтобы уничтожить? По машинам мы справляемся или нет? Надо вообще не трогать эти пушки, а сюда что-то ставить. А что поставить? Я даже не знаю, снайперку сюда как-то бы поставить, чтобы она била, да? Ого! А вот еще миниганщики. Ай-яй-яй-яй-яй, пушка, ну! Фух, я телепорт с перепугу, ребята, включил. И, наверное, не зря все-таки. Надо этот дом разрушить. Пятая волна. Так, давай я, наверное, продаю. Сюда сразу ставлю снайперку. Снайперка, ну, огонь! Ну-ка, я дом не отключил! Блин, я не отключил дом! Вот я лопух. Слушай, они проехали. Так, а что, пятая волна? Ну, давай я заново переиграю. Все, в принципе, у нас получалось. Мы сейчас находимся на третьей волне. Оказывается, тут все непросто. Когда ставишь снайперку вместо минигана, то машины прорываются. Потому я думаю, что надо ставить сюда пушечку. Вообще непросто. Может быть, пушка в будущем достанет. Я уберу вот это дерево. И, может быть, конечно же, я... вместо дерева поставлю сюда снайперку, и которая будет рубить по прямой. Но пока что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Пока у нас там миниган справляется, сейчас я попробую зачистить деревья для того, чтобы, ребята, заработать побольше денег здесь в игре. Давай, деревья надо убивать. Еще давай. Как мне достать именно до этого дерева, я не знаю. Это надо пушку, наверное, до более высокого уровня прокачивать. Давайте, ребята, справляйтесь. Очень быстро едут эти машины. Вот на этом моменте, когда ставишь сюда снайперку, то быстро проигрываешь. То есть, в принципе, у нас есть деньги, но некуда пока что их тратить. Так, пошли миниганы. Воу, прорываются машина. Фух, так, миниганы пошли бронированные. Ничего не надо. Хорошо. Давай бьем в дерево, наверное. Давайте сюда валим, ребята. Вот машины крутые, поехали. Так, здесь надо пушку прокачать, чтобы пушка машину с первого раза рубила. А то я вижу, что машины все-таки сюда как-то доезжают. Может быть... Ай, едут. Ну давай, пушечка, огонь. Но! Да елки, а, завалило. Телепорт. Телепорт! А чё я жму, а оно не нажимается? Вот, нажал телепорт. Я жал, ребята. Почему оно не жмется? А я тут я не могу поставить. Еще пушку максимальную. Мину. Вообще уровень сложный. Наверное, будет 2 звезды, но все же. Ладно, проехали. То есть сюда надо что-то делать. Ой. Давай. Эти дома хорошо разрушаются с пушки. Ай, машин поехала. Давай. Ничего не справляется. Я не могу здесь ничего поставить, прокачать. Это какая, блин, волна-то пошла по счету? Они просто все проезжают. Ну, пока что не знаю, как тут пройти, ребята, на 3 звезды. Блин, надо было, наверное, чтобы пушка сюда била. Может, все продавать сюда пушки ставить? А не миниганы. Да, ребята, шутки кончились. По-моему, здесь все очень жестко. Так. По деревьям давай будем бить. Вот враги идут.
снова на третьей волне, пытаясь как-то пройти хотя бы на две звезды, не на одну. Понятно, что в самом начале уже сливаюсь. Пробую разные тактики в самом начале, но, как мы видим, тут не все так уж и просто. Так, бьем и деревья, и все мы бьем. Пробую сейчас ставить много миниганов, которые будут рубить по врагам. Так, этот миниган вообще ничего не делает. Может, этот дом как-то бы завалить? Сейчас уже машины поедут. Миниганы у нас, кстати, топовые. Это четвертая волна. Вот машины поехали. Так, бьем по машинам. Машин очень много. Так, давай, я буду, наверное, прокачивать все-таки. Все, буду ставить. А потом, если что, продам. Так, давай сюда бьем. Уже пошли эти чуваки-миниганчики. Ну-ну-ну, давайте, рубите. Все так плотненько, вообще хана. Вот это прорыв, ребята. Так, здесь прокачиваем. Пятая волна у нас будет. Вот, машины эти едут, грузовики. Так, бьем-бьем по машинам. Давайте, ребятки. Пока что валим. Вот эту пушку прокачать, и она будет вообще отлично наносить урон. Давай, 4 минигана, 4 пулемета. Это бронированные машины. Но пока что справляемся. Мне надо этот дом вырубить, ребята. Сюда что-то поставить на угол. О, я могу здесь, смотри, дерево рубить. Дерево, которое мне мешает. Машины едут, ладно. Давай, давай, добивай. Надо периодически отключаться. Убить дерево, давай, давай, давай. Вообще сложный уровень. Я такой думал, что я все, царь и бог, здесь буду побеждать. Оказывается, не все так просто. Придется нам еще испытать свою тактику на прочность. Так, это что за пехота? Откуда она пошла? Я думал, вообще уже волна закончилась. Сюда можно снайперку ставить, ребята. Надо все деревья вырубить, чтобы денег заработать. Давай, давай, давай. Быстро все деревья в 3 ствола. Давай. Еще мне нужна снайперка. Вот они едут, машины. Плотный ряд. Я думаю, что надо мину использовать. Вот здесь где-то мина, давай помоги мне. Вот, есть 300, ставлю снайперку. То, о чем я мечтал. Прям сюда, смотри, она будет бить. Суперски. Тем более, что снайперка будет бить через дом, наверное, смотри. Вообще она наносит жестко урон. Давай, наверное, сюда пусть стреляем, в дом. Не знаю, сколько мне дом принесет, если его разрушить. Хорошо, снайперочка работает. Давай, 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 дом надо уничтожить. Вот они едут! Снайперка, помогай, давай, давай. Вообще, так, с той стороны теперь они едут. 3 дороги, я такой думаю, что все, вроде бы уже победил. Волна закончилась, они все равно сунут. Если этот дом снести, здесь только можно пушек, ребята, поставить. Вот, снайперка реально крутая, ее надо прокачивать здесь. Она нам поможет вообще косить все волны. То есть тактика моя, в принципе, была правильная, что я туда ее поставил как раз возле базы. Давай, 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 бей. Вот еще чуть-чуть. Так, у меня 280, 7-я волна. Сколько? Дом. Ого, дом принес очень много мне. Вот так вот. Ты дыщ. Просто суперски. Смотри, миниганы рубят. Снайперка рубит. Кстати, я сюда тоже хотел бы снайперку поставить, чтобы она била прям по всем машинам сразу. Ого, телепорт. Использую телепорт. Смотри, быстро продаю. Сюда ставлю снайперку, которая будет бить. Давай, 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 ну-ну, телепорт работает. Отлично, снайперка готова. Сюда, кстати, надо пушку, может, тоже поставить, чтобы снайперка как раз била прямо. А вот еще едут. Так, я вообще забыл про деревья. А что, если сюда в дерево бить, и снайперка все деревья разрубит сразу? А я сюда пока что мину и прицеплю. Смотри, как снайперка будет бить. Снайперка, бей по машинам! Фух. Надо спереди по дереву стрелять, чтобы можно отключиться было. Вот! Она просто все выкосила. Безумие. Так, куда она еще может достать? В дом. А ну, снайперки, вперед, уничтожьте дом. Приносит, по-моему, 70 или сколько там. Это же я купил топовую снайперку. Я хочу ее использовать. Давай, вот здесь пробиваем. Ну-ну-ну-ну. Ребятки, давайте, пожалуйста, давайте, гасите. Наверное, надо вот эту все-таки прокачивать, потому что она будет бить по прямой.
Не знаю, какую прокачать. Так, все хорошо. Давайте дом, ребятки. Так, а куда она стреляет? Она вообще везде стреляет. Долго дом убивается. Дом хорошо убивается с пушки, ребята. Вот. А я вот эту хочу прокачать. Гаусс-снайперка. Но... Вот гаусс-снайперка, смотри. Ой-ой-ой. Что-то я, ребята, заигрался. Так, телепорт у меня уже наготове стоит. В случае чего сразу использую. Нет, он мне не нужен. Фух. Реально тяжело. Вот она топовая. Вы посмотрите, как она вообще будет бить. Я хочу еще вот эту прокачать. Но сюда пушки в любом случае вблизи нужны какие-то. Так, а что мы никуда не стреляем? Не понял. Я вообще так расслабился. Я не знаю, что там страшное едет. Я думаю, что в будущем по-любому там будут какие-то новые танки. Что-то новое. Дыш, смотри, как она бьет. Сразу все пробивает. Я бы, если честно, вот здесь бы снайперку поставил бы, чтобы она вообще все деревья выкосила. Это было бы круто, конечно. Согласись. Вот, я прокачиваю ее. Еще одна гаусс-пушка. Хо-хо-хо. Вот это да. Просто суперски. Вот наша снайперка рубит. Враги вообще не могут проехать. Смотрите, как раз по всем домам. По всему. Она дикая. Так, ну может быть даже миниган эти продать. Да не знаю, нужны они нам, не нужны. Давай я, наверное, продам. Сюда поставлю пушечку. За 200. Еще ее прокачаю. Как раз радиус будет. Есть вероятность, что может быть какая-то пехота, которая будет здесь прорываться, ребята. Вот они едут. У этой пушки радиус сумасшедший. Она достает всю карту практически, смотрите. Просто все она достает. Ну, у нее, ребята, долгая перезарядка такая, мы видим, да? Что там, где там едет? Вот танки едут. Тем более, что снайперка будет бить как-то наискось. Хотя, если я сюда поставлю, она может и сюда бить, правильно же? То есть, в принципе, неплохо. Если у нее радиус такой, вот она стоит на углу, радиус у нее до половины. То есть, если я сюда поставлю, она будет добивать сюда, а тут она ничего не захватит. А если в конце босс поедет по этой дороге, то я, получается, буду что-то в проигрыше. Короче, ставлю сюда снайперочку, вот так, чтобы она сюда била, и сюда, и сюда, и везде. Ну это вообще бог войны. Вы посмотрите, как он пробивает. Безумие. Гаусс-пушка. Бух. Ну что, давай мы все ускорим. Реально непростой уровень. Так это при том, что у меня снайперка топовая. У меня пушки топовые все практически. Да, вот эта вот пушечка третьего уровня, она не топовая. Но если бы я не прокачивал вне ролика, не зарабатывал там... По 3, по 5 тысяч игровых долларов для прокачки. Я думаю, что мне бы пришлось здесь довольно туго. Давай, давай, бьем. Видишь, как наши миниганы тут работают. Все равно один доехал, в принципе. Что можно еще поставить? Может, сюда какую-то вышку? Чтобы наша пушка еще дальше доставала. Да, сюда я хочу вышку, ребята, всунуть. Давай мы, наверное, антенну. Вот, как раз снайперка сюда достает, а вот это достает. А вышка не достает, она же только две. Блин, она такая малюсенькая вообще. Я думал, она побольше будет. Давай попробуй, наверное, здесь продать и поставить сюда все-таки пушки. Более прокачанные. Они едут толпой. Ого, прорывается, прорыв идет. Где телепорт? На всякий случай, нет. Не прорывается, но я испугался. Я просто в панике, ребята. Испугался реально. Поставил телепорт. Вот у нас 19-я волна. Я думаю, что на последней волне мы увидим с тобой супер танк, который будет здесь ехать. Давай мы его здесь тоже прокачаем. А у меня телепорта нету. Видишь, это очень все плохо. Давай вот это здание разрушим. Вот, нет. Это не супер крутой танчик. Давай мы замедлим весь процесс. Сейчас они тут соединятся и будет бобо. Так, давай мы здесь попробуем взорвать вот этих 5 штук, которые едут. Правда, у нас ничего не прокачано. А где же супер танк?
Я видел супертанк, мы его видели, все видели. Или мне приснилось это? Давай, снайперочка, гаси их. Вот, пушку здесь прокачиваю. Давай, выноси, да! Отлично, гаусс-пушка сработала. 20-я волна пройдена, мы прошли на 3 звезды, но я не понимаю, где этот супертанк, который мы с тобой там видели. По-любому он был, но мне же не показалось. Заработали $840 игровых, и в следующем ролике мы с тобой продолжим здесь воевать. Но дальше я вижу, что будет нам очень сложно, потому что мы как бы пушки все прокачали почти, и там уже будет стратегия. Я думаю, в следующей ролике покажут, насколько мы будем с тобой стратегами. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики, и скоро увидимся. Пока.